Ребята, привет! Хочу показать вам кусочек Германии. Такая небольшая зона отдыха. Смотрите и любуйтесь. Вот среди домов и большой скорости городской в будние дни вот такой милый парк небольшой, ребята, с лавочками. И старыми статуями. Фонари высокие, такие стильные. Идут ремонтные работы постоянно. Люди гуляют с собачками, естественно. Фонтанчик бьет. Вот такой памятник оригинальный возле фонтана. Шумно, может, плохо слышно, ребята. День начался. Это центр города. Шумно. С собачками. Вот дальше покажу вам кусочек парка еще. С такими статуями старинными. Еще кусочек Германии. Можно присесть среди суеты и отдохнуть в такой милой зоне. Нет, кусочки Германии. Не нравится это слово мне, что я его вообще вспоминаю, как-то некрасивое слово. Собачка, хунт. Алло, хунт. Очень много собак в Германии. Немцы обожают собак. Хотя это дорогое удовольствие, очень дорогое в Германии. На улице не увидишь, вот сколько я здесь, 3 месяца, ребята, не увидишь ни одну собаку и кота в Германии на улице. Раз увидела, и то она просто от хозяйки оторвалась, бежала. Впереди. Вот такое отношение к животным очень трогательное, внимательное. С любовью относятся к животным. И выходим уже на шумную улицу. Вот такой еще памятник. Вот такой симпатичный памятник. И на такой нотке чао, чао, друзья, чао. Ребята, это еще раз я. Очень шумно, очень шумно. Вот такой памятник хочу вам показать.
Вот такой памятник в центре. И кафешки. Кафе на каждом шагу, ребята. Чао!